Новая детская площадка будет установлена на улице Бекетова. Здесь уже скоро появится хоккейная коробка, песочница, карусель, двойные качели и настоящая детская пожарная машина. Благоустройство идет по региональной программе «Спорт. Норма жизни». Здесь все ходят, и маленькие, и большие, и бабушки, и дедушки, и лавочки, тенечки хоть что ли были бы, а то на солнце невозможно сидеть, за детям смотреть. Очень жарко. Хоккейную коробку надо. Я вот 65 лет здесь прожил. Вот когда я был таким, чуть постарше, здесь всегда была хоккейная площадка. Напомним, всего в Нижнем Новгороде по национальной программе формирования комфортной городской среды до конца года появится 100 детских площадок. Новых горок, лазалок и других детских забав ждут с нетерпением и малышня, и взрослые. Работы на этом участке планируется завершить до конца лета.